18 мая 44 года. Боль, отчаяние, протест – это все отразилось на полотнах крымско-татарских художников. Выставка, посвященная ко дню депортации крымско-татарского народа, открылась в Ахмеджите в доме художника. В выставочном зале столичного дома художника открылась выставка, приуроченная 77-летию депортации. Около 30 мастеров представили свои работы. В каждой из них личная история. Именно в этом году я бы хотела посвятить свое участие моим Карбабаве Картана. В силу обстоятельств прошлого года, как всем известно, что было, на данный момент их нет рядом со мной. Восприятие этой траурной даты 44-го года полностью сложилось по рассказам моих родных. И в них вложено много смысла, символов. В этой работе я показываю людей, которые собираются к месту сбора для отправки в ссылку, и там показан человек, пожилой старик, крымский татарин, который везет на телеге сам своих внуков, и в отчаянии за ними идет их мама. Так как получилось, что народ вынужден покидать свой родной кров, свои цветущие сады, деревья, и все это... Ну, я усилила светом, красотой природы, и как бы я показываю боль, которую они испытывают в этот момент. Ну и назвала картину «Покинутый дом». Среди участников выставки именитые крымско-татарские мастера. В их работах – символы, отражающие их видение истории и современности крымских татар. Тема депортации, она очень широкая. Ее можно прямым текстом о ней говорить, и можно междустрочно это самое чувствовать через работы, вот то ощущение там. Я сегодня представил вот триптих «Всадники», но эта работа, она больше таком на энергетическом уровне, вот, то есть это условные, значит, решения всадника, коней там. Поэтому наш народ был связан вот с конницей, там все это нам близко по духу. И вот ту энергетику хотел передать вот в этом триптихе. Каждый художник в душе, он несет вот эту трагедию, но выражает свои отношения к этой жизни. Она продолжается, и мы живем. И я думаю, что наши дети будут всегда помнить это. Вот за мной это одна из таких последних. Я думаю, что это посвящение нашей будущей жизни, это называется рождение. Организаторами выставки уже традиционно выступили Ассоциация крымско-татарских художников и Союз художников Крыма. Зритель, который приходит на такие выставки, приуроченные Дню памяти жертв депортации, должен прочувствовать вот эту боль, которая присуща каждому художнику, который писал эти работы. Каждый зритель, он чувствует по-разному. Один может одно почувствовать, другое – другое. Если художнику удалось передать свои чувства в картинах, зритель этого всегда поймет. Ну, на этой выставке получили большое удовольствие. У нас на родине наши дети, наши внуки принимают участие в этой выставке. И действительно получил удовольствие. Почему? Потому что она отражает чаяние нашего народа, боль нашего народа. И давно мы стремились вернуться к себе на родину. И действительно, наша боль, она отражена здесь. Понравилось то, что тема отражает в первую очередь как факты самого изгнания, так и возрождение крымско-татарского народа. Это вот вселяет надежду на то, что действительно светлые ноты все-таки будут преобладать в образе, как бы, будущего крымских татар.
Выставка в Доме художника, посвященная депортации крымских татар, продлится до 31 мая.